Привет, друзья! Меня зовут Игорь Ким. Сегодня мы разберем такую тему, которая волнует очень многих женщин. Почему мужчина обещает, но не выполняет? Есть два типа мужчин, образно, да? Одни эмпаты, вторые достигаторы. Сегодня мы разберем мужчин-эмпатов. Почему? Потому что эмпаты – это мужчины, которые обещают что-то и не держат свое слово. И я думаю, что так или иначе вы все сталкивались с таким типом мужчин, ну и в принципе и женщин, да? Но сегодня мы говорим про мужчин. Таких мужчин воспитывает в основном доминирующая мама, либо одинокая мама. Такие мужчины, они очень эмпатичны, они чувствуют твое настроение, они чувствуют, когда тебя приобнять, они чувствуют, когда подарить тебе цветочки. Они знают, что сегодня ровно 725 дней прошло с момента нашего с тобой знакомства. С ними очень удобно. Они приносят кофе в постель, они заботятся о тебе, они вовремя подают пальто. Они делают максимально все, чтобы тебе рядом с ним было комфортно. Но все, что касается ответственности, они будут ее избегать. Такие мужчины каждый раз сливаются, когда нужно заплатить. Такие мужчины каждый раз сливаются, когда ты беременна. Они сливаются, когда ты только родила. Они сливаются перед свадьбой всегда. Они передумали, они убежали, они там еще что-то. И они не выполняют своих обещаний только тогда, когда в этом есть ответственность. То, что он тебе обещал там подарить цветочек, если это ему недорого стоит и у него есть такие возможности, он тебе подарит. Но все, что идет в напряжение, он будет сливаться. Эмпат или достигатор – это вот как эквалайзер туда-сюда ходит, и очень важно найти золотую середину. Вообще у мужчин достигаторство должно быть чуть-чуть больше, чем эмпатии. Чистый эмпат, он бросает женщину в те моменты, когда она больше всего в нем нуждается. Сначала он делает максимально все, чтобы ты без него не могла, и когда ты уже на седьмом небе от счастья, он убирает руки из-под тебя. Вот это вот забеременела, это... ты родила, и он считает, что что-то не то пошло, как-то что-то мне как-то тяжело, ему некомфортно, когда его грузят ответственностью. С такими мужчинами очень сложно, почему? Потому что так или иначе ты все равно его не удержишь, потому что обязательства все равно произойдут. Одна из причин – это отсутствие воспитания мужского паттерна, да, то есть это отсутствие отца, это тогда, когда мать доминировала над отцом, и он не участвовал так или иначе в твоем воспитании, потому что мама почему-то лучше знала. Это, знаете, как еврейская мама говорит: сына быстро домой, я хочу кушать или спать. Мама решает, кушать ты хочешь или спать. Как распознать такого мужчину? Если он тебе говорит: интересно, сколько стоит путевка в Турцию, допустим, или путевка там в Дубай или на Мальдивы, и прошло уже год, и вы еще там не были и не знаете даже цену, то, наверное, лучше свою жизнь с таким мужчиной не связывать, если ты не хочешь, ну, тащить его потом на себе финансово, морально, эмоционально, и детей ты будешь сама кормить. Если ты этого не хочешь, то лучше беги. Но если ты сама лошадь и хочешь его обеспечивать сама, то, ну, в принципе, тащи, но потом только не ной. Потому что есть женщины, которые не доверяют мужчинам. Мы об этом тоже поговорим, но сейчас косвенно я коснусь. И из-за этого они готовы платить, чтобы его контролировать. Это женский страх, как бы прикрывает его тем, что она платит за него и может его контролировать. Потому что когда мужчина станет самостоятельным, она контролировать его не сможет. Что делать, если ты уже врюхалась в этого эмпата, любишь, сама тащишь, и у тебя уже двое детей, бежать от него или остаться? В общем, смотри, если ты хочешь немножко изменить мужчину или как-то повлиять на него, ты можешь сначала кардинально измениться сама. Первое, перестань брать ответственность на себя мужскую, потихоньку перекладывай на него мужскую ответственность в добыче денег, в воспитании детей, то есть спросите у папы хотя бы так, да, то есть так или иначе ты должна роль отца в семье приподнять, чтобы он чувствовал, что он мужчина. Второе, ответственность за добычу денег ты должна переложить на него. И это очень самая сложная вещь, почему? Потому что ты тащишь все на себе, потому что ты не доверяешь ему. И для того, чтобы изменить и повлиять на этого мужчину, ты должна кардинально измениться сама. И это большая работа над собой. Поэтому, если между вами есть любовь, и ты готова свои отношения выстроить заново, и ты не боишься потерять этого мужчину, когда он станет самостоятельным, потому что когда он бета-самец, им можно управлять, но когда ты сделаешь из него альфа-самца, управлять тобой будет он. Так этому, если готова, тогда меняй себя и измени его. А сейчас напиши в комментариях, попадались ли тебе такие мужчины-эмпаты,
Часто ли ты сталкиваешься с тем, что мужчина не держит свое слово? Что ты с этим делала? Жила ты с ним, бросила его, он тебя бросил? В общем, пиши и пиши в комментариях те темы, которые тебе интересны, мы раскроем в следующих видео. Пока!